Это не хранение. Об этом я уверен, что можно было как-то это решать. И я думаю, вот это тоже войдет в историю, что вот при этих людях сгорел национальный архив. Я думаю, под каким теперь вот столько вообще дел сделано, то есть при ком Пицунду отдали, или пожар, или то есть под каким вот знаком он войдет в историю. Да? Геростратова слава. Здравствуйте, в эфире Чегемская правда. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Мы остались без национальной галереи, и это, конечно же, огромная трагедия наряду с теми потерями, которые у нас случились во время Отечественной войны, когда в один день у нас сгорели и Государственный архив, и обеги, и сейчас это вот такая троица, в общем-то, образовалась. Мы действительно потерявши плачем, то есть когда есть, мы как-то не осознаем ценность того, чего мы имеем, а когда потеряем, мы уже понимаем, наверное, чего мы лишились. И сегодня мы поговорим и о том, что потеряли, как вообще выходить из этой ситуации, и вообще можно ли выйти из этой ситуации там, в ближайшие годы. С известным нашим абхазским художником Адгуром Дзидзари. Адгур, здравствуй. Адгур, вообще... Ну, мне кажется, вообще это так шло. Это, наверное, если бы не сгорело бы вот 21 января, наверное, исходя вот из того, что, по крайней мере, вот эти дни после 21-го слышишь, видишь и ощущаешь, как все это у нас организовано было, рано или поздно, наверное, это случилось бы, да? В чем проблема у нас? У нас главное. Вот как ты смотришь? Я тоже поздороваюсь. Добрый день. Вот ты опередил с этой фразой, что имеем, не храним. Я просто подумал, что, конечно, эта поговорка намного старше нашего события, да, но это показывает, что это вообще так. То есть я не знаю, во всех ли, у всех народов ли, но мы точно входим в число тех, кто вот не хранит, а потом плачет. Хотя я народы, которые все-таки более тщательно относятся и рачительно к своему прошлому, к своим ценностям, но это уже другая история. Безусловно, это то ружье, которое, известно, висит на стене. Да? Оно рано или поздно оно должно было сработать. Это... Два предупредительных было в воздух, да, то есть один раз был пожар там, второй раз уже вот при мне, я в бытность моего там председательства, и тогда удалось локализовать, хотя причина возгорания, она вообще лежала там в стороне, то есть это некая квартира, сомнительным образом приватизированная, и я поднимал вопрос тогда, потому что там, это сейчас уже можно сказать, что там фанерная, там был дверной проем, который, собственно, когда-то шел в сторону, вот, где располагались эти вот хранилища, условно говоря. И там просто фанерка была оклеена обоями. То есть любой человек мог прийти, вот, там полупустующие все вот эти квартиры рядом, пнуть ногой и войти в галерею. Понимаешь? Просто тогда об этом, ну, кому надо, я говорил. А так вслух, естественно, не говорил, потому что могло бы послужить сигналом кому-нибудь. Да? То есть это вот те условия. Потом, это не называется хранение. Вспоминается гоголевский Плюшкин. То есть оно там лежит, вот когда описывают его эти вот подвалы, где мука превратилась в камень, там ткань, которую трогаешь, и она рассыпалась в прах и прочее, прочее. Но при этом он там читал перышки какие-то, вот очень там чем-то... Вот оно вот в таком состоянии. Там, это не хранение. И об этом я уверен, что можно было как-то это решать. И об этом тоже уже много сказано. Сейчас сложно что-то говорить, что не сказали. Но у нас, вот, судя по тому вот валу информации, которую... там сейчас идет, и понятно, что регулярно обращались к правительству, там, к властям, к президенту и так далее, о том, что необходимо вот, как бы, вот это здание, которое было отведено под Национальную галерею, его отстроить, отремонтировать, там, согласно как бы существующим для таких музеев стандартам и так далее, но авоз и ныне там был. Но с другой стороны, я на что обратил внимание? Ну, ладно, у нас этого нет, да, там от наших властей очень сложно дождаться вот каких-то позитивных движений там в плане культуры, да, там фейерверки, там что-то, какой-то концерт провести, пожалуйста, но вот такая какая-то кропотливая, долгосрочная там работа вот в направлении там развития искусства, сохранения того, чего имеем, памятников архитектуры, культуры, ну, исторических памятников, конечно же, у нас крайне плачевная ситуация, но тем не менее, ну вот как бы понятно с ними, у нас все по остаточному принципу, там и бюджетное финансирование происходит, но есть же люди, которые задействованы в этом. Я вот смотрел, да, сейчас у нас 4000 работ там было, там какие-то крохи остались. С другой стороны, потом выясняется, что у нас там что-то оцифровали, и как бы, хоть какая-то надежда была, хоть что-то там, не придется на пальцах объяснять, что мы потеряли, да? Потом выясняется, что это тоже, оказывается, там находилось. То есть никаких инструкций, какие-то протоколы все-таки для музейного дела. Да, это все же должно как-то расписано. То есть пенять на власть, и у меня тоже 1000 претензий к этой власти. Но и сам тоже не плашай, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай, тоже что-то делай, в конце концов. И я видел, как организовано было, вот когда пожар случился. Слушайте, у нас там, в общем-то, люди с улицы. Да. То есть ты чиновников не увидишь, у них в этот день они не осознали. То есть, вот нужно понять состояние государства было вот в этот день, 21 января, утром, когда вот вроде бы вот люди проснулись, узнали, что у них вот такая трагедия и действия. Министр культуры говорит о том, что к нам никто не обращался, что вот это все аварийное. Ушел тут, да, приезжает президент, постоял, помолчал, уехал. Потом в социальных сетях появляется, в телеграм-каналах, что там все-таки был корпоратив на озере Рица. Я не знаю, был он или нет, да, но если это был, это действительно как бы, ну, абсолютное непонимание ситуации, в которой мы находимся, и что произошло, да, то есть... Во-первых, готовность поверить в это, что там даже если там не было, да, но готовность в это тоже о чем-то говорит. Да, готовность поверить в то, что он поехал. То есть это тоже характеризует, поэтому не принципиально, был там корпоратив или нет. Но, да. И с другой стороны, я не вижу, я не увидел каких-то телодвижений, ни воскресенья. То есть люди, вот эти Гарах Пицунда, другая молодежь, активно, но вот пытаются что-то спасти, выносят там. Но понятно, что они там не могут организовать, там, ребята, вот здесь все складывайте, здесь сейчас мы кто-то учет будет вести. Ни учетчиков, никого. То есть, ну вот, как бы произошло, и черт с ним, поэтому этому принципу у нас, ну, как-то все абсолютно не организовано. У нас российский министр культуры с утра беспокоилась об абхазской трагедии, и она поняла, что это трагедия. Наши не поняли. То есть для меня это было вообще какой-то, ну, сюр. Можно это вот я вставлю, да, вот ты сказал про министра культуры, она хоть по статусу, и у нас как бы отношения, но, в смысле, соответствующие, да, считается, стратегические партнеры, там, ура. Но я об этом скажу, потому что меня это очень впечатлило. Какой-то грузинский блогер, он вот так просто установил камеру, и он говорил на камеру, и видно, что он волновался. И он говорил, что он пойдет с этим заявлением, то есть он вполне хотел дать ход этому, такой вполне официально обратиться к властям, там, ну, перечисляет о передаче работ Шервашидзе, находящихся в Тбилиси. То есть даже кого мы считаем врагами, даже они, то есть там нашлись люди, которые прочувствовали это. Потому что он сказал, это трагедия для народа. Потому что нельзя народ без культуры оставлять. Нельзя. Ведь вот это же государственной важности, разве нет? вот событие. Когда там нужно свой дворец как-то там защитить, да, тут же находятся вот эти силы, которые там и с щитами, и в шлемах, тут же там оцепляют и держат. Где вот эти добрые молодцы? Почему они в тот момент не пришли, не помогали? Это же какие-то там у них есть своя рать, да, свои вот эти солдатики. Ну почему там никого не... Почему вообще как-то это все очень так радостно полыхало? Как-то там то воды не нашлось там и прочее, прочее. Все силы на это надо было бросить. Сказала вот, как бы, наше отношение к ценностям. Я вот... Не наши отношения, это определенных людей. Определенных людей, да, но, по крайней мере, ну, такая у нас власть вызрела вот за все эти 30 лет, что мы, в общем-то, ничего хорошего о этом векторе развития не думаем. Да, когда там, я не знаю, когда какой-то митинг, то у нас не только все правоохранительные органы сгоняются, но и все чиновничество, да, то есть сплотили свои тесные ряды. Но я вот этого чиновничества, вот этих чиновников не увидел при этой трагедии, когда вот они пришли бы, да. Их никак не задело. Да. Вот, мне кажется, вообще не очень поняли. И мы просто действительно, как бы я вот говорил, что у нас, да, у нас была трагедия в 92-м году, когда у нас в один день сгорели и Абеги, подожгли и Абеги, и государственные архивы, это сделали грузины, но и это вошло в историю. И я думаю, вот это тоже войдет в историю, что вот при этих людях сгорел национальный архив. Национальный архив. Я думаю, под каким теперь вот столько вообще дел сделано, то есть при ком Пицунду отдали, или пожар, или то есть под каким вот знаком он войдет в историю. Да? Ты знаешь, в чем проблема? В том, что и общество тоже как-то она индифферентно вот ко всему этому отнеслось. Я вот видел, вот вчера был, ну вчера как сейчас, вот сегодня записывается эта программа там в четверг, да, вот в среду у памятника Александра Чачба-Шервашидзе, да, такая трагедия, да, и людей тоже, вот как бы, которые там... Надо понимать процент, да. Процент людей, у которых вообще что-то там шевелит. Да, и пришли вот люди, которые действительно переживали там... Единственный чиновник, который пришел, это был глава президентской администрации, ни министра культуры, ни других каких-то чиновников. Мы опять тоже не увидели. Это мне ни одно общество получается, вот не единое. Зато по бензину там достаточно много. Ну, бензин, понятно, там люди тоже работают. Как бы это, да. И острота. Острота, да, есть, конечно, да, это, ну, там тоже огромная проблема. То есть понимаю, столько семей без работы остаются, это тоже огромная проблема. Конечно. Но вот ценители культуры, которые понимают, в принципе, вот мы маленький народ, исторически как нация мы сложились, в общем-то, вот за какой-то короткий временной отрезок, это вот советский период, да, там началось у нас, вот нет этой глубины, да, чтобы мы показывали там картины там 13-14 века, да, то есть у нас вот этого нет, да, наше изобразительное искусство, оно начиналось, в общем-то, с Александра Чачба-Шервашидзе в реальности. Не брать ранее там? Ну да, ну вот то, что, да. Да, но то, что осталось у нас, в общем-то, да. И то есть у нас это вот все на пересчет было, да, то есть и мы вот так все как-то потеряли, и действительно, там я смотрю на людей, которые там действительно искренне переживают и до сих пор плачут, да, там, то есть на митинге очень было, конечно, трогательно, когда там ораторы одни плакали, говорить не могли, да, но я понимаю, что вот сейчас есть какое-то, да, с другой стороны, власть как-то пришла двое суток спустя, да, там, то есть они начали там что-то говорить, там, что вот и мы... там, да, трагедию пережили. И там сейчас есть, с одной стороны, намерение российского правительства, со стороны Министерства культуры помочь там и так далее, из музеев разных звонят, да, и помочь. И здесь вот как бы мы поможем абхазским художникам, да, вот восстановить вот это все. И наши, наверное, тоже, я так думаю, чиновники взбодрились, вот сейчас там как бы пойдут, может быть, и финансы на строительство, да, там, как всегда, освоим и так далее. Но я просто боюсь, что вот пойдет какая-то опять компанейщина. То есть вот эти деловые руки, деловые люди, которые, в общем-то, довели вот эту ситуацию до ручки, опять вот все возьмут в свои руки, и у нас как бы будет одно и то же. Как нам выйти, вот, на твой взгляд, вот из... вот такого развития событий? Дело в том, что вот молодые люди, например, многие, они узнали о Чачба только после пожара. И в этом не их вина. Потому что если бы была галерея, в которой постоянно экспонируются работы, и когда со школы делались бы экскурсии, когда там с ними проводили бы какие-то занятия, им рассказывали, что это означает и так далее, у них бы с детства вот это впитывалось бы, и у них было совершенно другое отношение. А это уже взрослые люди. Вот если подумать, сколько лет прошло, да, вот в отсутствии, там когда-то же это экспонировалось все где-то, хоть в каком-то объеме. Так что вот это один из факторов. Ну, потом обычные люди, очень мало кто интересуется действительно искусством. Потом у нас сама подача достаточно очень такая специфическая. Это вот где-то там есть зал некий, в котором что-то там тихо булькает, да, там какая-то выставка, ну, какой-то определенный, одних, в общем-то, одних и тех же людей, круг, который там приходит. Там иногда со школ приводят, но это все временные экспозиции. А вот с действительно ценными экспонатами, вот как работы Чачба-Шервашидзе, объяснять, в чем ценность. Там, ну, и там и был еще ряд там художников интересных, там по-малому представлено количество. Относительно самого теперь, вот я когда упомянул об этом грузинском блогере, да, который там, вот, я не знаю, кто он, честно говоря, но, в общем, сама просто попала такая публикация. Я сказал бы, не спеши, парень, да, некуда положить пока то, что ты хочешь дать. Да, вдруг неправда, вот жест такой. Поэтому, конечно, должна, я уже это повторяюсь, потому что я это произносил, что должна появиться вот эта некая емкость, в которую потом можно что-то положить, да? И тогда вообще могут чудеснейшим образом какие-то открыться варианты, о которых мы даже не знаем. И будут там и поступления, и все, но главное, ты сначала прояви. Это ты, опять же повторяюсь, это сначала желание больного исцелиться. Ты покажи это, чтобы тебе поверили, правда, что ты правда этим озабочен, действительно хочешь сделать. Опять же, в бытность мою председательство, мне попадало, вот 3 проекта было по вот этому Пушкина 8. То есть там реставрация основного здания, и сзади строилась там более объемная, со всеми уже вот нормами там содержания работ, там, потому что есть там свои задачи, да, микроклимат и прочее. Ну и архитектура соответствующая, потому что там, например, не нужно окон. Там нужны просто стены для развески, ну и так далее. Но это было, как известно, это было в период, когда и потом резко прекратилось финансирование, вообще, и все это схлопнулось, там был переворот потом следом, и, в общем, вот такая цепочка. Это вот о пользе всех вот этих политических раскачек, как хорошо это действует или нет. Это всегда плохо действует на все. Вот показатель. И теперь что? Теперь, конечно, я не знаю, если найдется, мы умеем все как-то развернуть не в ту сторону. Я вот думаю, сейчас на радостях как бы интерес к художникам или там сочувствие начинается, и радостно там просто опять там какие-нибудь свои работы под это дело впарят, как называется, да. То есть я считаю, что нужно покупать и составлять мало, но качественно. Потому что очень много из того, что там хранилось, это, я считаю, это балласт, который в свое время, я знаю, как закупки делались. Мы сейчас, конечно, там произносим эти имена там с некоторым придыханием. А я, ну, я имею право говорить, у меня есть образование профильное. Я имею право говорить, что очень много там просто покупалось, потому что покупатель был сам производитель. Понимаешь, да, о чем я? И у меня... Сейчас сказали, как будто бы в гастрономе, 200 картин мы купим, да? Нет, и главное, что отбирать кто будет, да, понимаешь? Опять вот этот между собойчик будет. И опять будет то на то, опять будут... А я считаю, что нужно лучше мало, но качественно. Действительно качественные вещи. Вот в тот период там были тогда работы молодых, немножко маргинализированных, да? Но их работы на сегодня представляют большую ценность. Ввиду советское время. Да, да. Но вот так сложилось все. Поэтому я считаю, что это... Я повторяю, чтобы это было то, что можно показывать на любом уровне, чтобы это было правда интересно. Чтобы это было не стыдно показать. Да, потому что мы очень любим похвастаться. А надо гордиться, а не хвастаться. А гордиться, это ты можешь тихо гордиться, потому что кто-то оценивает, кому-то нравится, кто-то об этом пишет. Не ты сам говоришь, какой я хороший, посмотрите, а кто-то другой говорит. У других это вызывает впечатление, а для этого надо соответствовать. Мы же хотим нашу некачественную продукцию, как вот, знаешь, там подгнившие помидорки, ты хочешь кому-то там, вот этим заняты. Они не стараются развиваться, да, не стараются повысить качество, а стараются вот это свое некачественное везде распиарить, продвинуть куда-то и так далее. Наверняка ты знаешь эту внутреннюю кухню. Вот сейчас, да, произошла трагедия, срочно, наверное, не срочно, но это, наверное, уже и это постоянно, нужно пополнять фонды и так далее. И, естественно, мы единственная национальная галерея, которая сконцентрирована на сборе картин художников из Абхазии. И, то есть, вот, как бы основная ее цель все-таки наше искусство, да, то есть собирать. Но... Понятно, что основная часть все-таки сгорела какая-то, но очень много все-таки картин, которые оказывались в частных коллекциях, да, там. Кто-то вообще прослеживал, где какие, вот по каждому художнику, где какие картины, здесь ли находятся или в каких-то частных коллекциях за пределами Абхазии. Есть ли вот такой механизм? Как сказать, в структуре художественной, да, нашей ветви, скажем так, я не знаю. Вот Слава Черикбаузе, но он человек просто энтузиаст. Он изучал там, например, по Чачба, да, там кто-то вот, наверное, по Бубновой. То есть понятно, кого могут искать, да, кто действительно представляет ценность. Вот это тоже, кстати, показатель. Там не будут, и вот я там краем глаза увидел, что как бы спаслось. Да? Это, собственно, что спаслось, что нет. Там, пардон, да, это там некоторые из них уже ушедшие. Но их никто не будет разыскивать вот так, по внутреннему... В реальности нет у нас. Нет, теперь, ну как, клич брошен, теперь там сейчас все оцифровано, все вообще там через сети это все делается, то есть ты запрос делаешь там, и вот на всех аукционах ты просто как бы вот этот вышлист, да, то есть и там ты можешь везде быть зафиксирован, появляется, и могут тебе сообщить там и так далее. Ну это я не изучал, но есть такие механизмы. С чего бы ты начал бы? Вот фактически мы оказались в ситуации, когда у нас с нуля фактически формируются фонды. Вот как организовать работу, ну, при наличии, естественно, финансов и так далее, чтобы у нас эти фонды как-то пополнялись? Ну, я думаю, это часть общей какой-то программы должна быть. Пополнение фонда – это часть программы, потому что вообще надо какую-то стратегию выстроить для себя. Вообще стратегия культуры, вообще как у нас что развивается. Вот сами вот эти, это объединение советских художников, оно практически, как это, такая реплика Советского Союза художников. То есть, вот как-то я же попал туда, да, я наивно думал, что что-то можно как-то модернизировать, там что-то. Я тоже же не специалист, просто по наитию, по ощущению, что хотелось бы. Я там пытался вдохнуть какую-то вот жизнь, чтобы там началась какая-то вот художественная жизнь. Потому что среды вот такой для художников, для молодых художников, ну нету, они, ну, там им делать нечего. Ну, вот придет на выставку, уйдет, и там делать нечего. Я пытался как-то, ну, на своем личном примере, не потому что только это и все. Я вот эти кинопоказы там по художникам Я это специально сделал, что вот можно вот это, например, делать. Сделать еще что-то, то есть, ну, какую-то инициативу. Я не встретил абсолютно никакой обратной реакции. Там, наоборот, я все время ощущал какой-то вот саботаж. Вот это нежелание. Все, что мною предлагалось, почему-то очень в штыки воспринималось. Там внутренне какой-то еще междоусобица своя. И в таком вот этом там кто-то бойкотирует, кто-то саботирует. И, в общем, очень... Это естественно для любых творческих союзов. Вот я бы уже вот эти вещи даже пересмотрел. Вот сам формат существования. Вот такого, вот как у нас, да, вот это союз художников, нету такого. И, ну, если есть, надо же это как-то вот развернуть во благо, раз уж такое есть. И как-то полностью нагрузить. Я, например, не случайно был, не хотел я там банк пускать в свое время. Не хотел, потому что это, вот как сказать, расслабляет. Вот идут просто деньги, понятно, там на зарплаты и так далее. Там, во-первых, финансируется Министерством культуры. Там зарплаты есть конкретные, они небольшие. И вообще все эти структуры. Как у нас, вот это хранилище, как, ну вот простые вещи не знать, да? Как вот хранить, даже вот это оцифрованный, в каком формате хранить. Потому что, как я теперь узнаю, что они там, это, как он, JPEG, да, в формате, это для вот по сетям можно пересылать. Там это все вот в электронном виде. А для печати нет. Потому что не стояли там какие-то, может, которые там для книги что-то, если печаталось, это отдельные только. А так нет. А надо же было это все делать вот в таком качестве, чтобы всегда можно было потом... На все деньги нужны, но надо и требовать деньги. Ну, я думаю, это... Да, потому что хранить. Специально носители в разных местах хранятся. Это сейчас я повторяю банальные вещи. Облако, ну, то есть какие-то вещи. Просто никто не смог донести, вот, что это важно все. Потому что, ну да, у нас такое чиновничество, оно, ну, как сказать, это уровень культуры. И все чиновники, им, ну кто, у нас, кроме, кроме ЦУК, на выставке. Ну, кто приходит? Ну да, Вячеслав Михайлович на каждую выставку. По воле душевной приходит. По воле душевной вот приходит человек, вот просто любит наших художников, даже, по-моему, чрезмерно, потому что многие не настолько вот... достойной любви. Отталкиваясь от... Уже как бы мы, остатки наши, вот то, чего осталось, да, там вот музей Гулия в аварийном состоянии, да, и семья Гулия попросила вот празднование, которое намечается, 150-летие в феврале, да, Дмитрию Васильевичу Гули, нашему основоположнику всего, в общем-то, как бы отменить и вот эти деньги, которые были предназначены, хотя бы на электропроводку, да, пустить. Дом, в общем-то, с ужасной электропроводкой, не только электропроводкой, там вообще ремонт капитальный требуется у этого музея. И, но даже там, где есть ремонт, ну, у меня, знаешь, какое ощущение вот складывается? Вот, допустим, у нас есть госархив, да, там его включили в инвестпрограмму, построили, отремонтировали и забыли. То есть никакого такого финансирования, то есть это каждую копейку директору госархива приходится пробивать. То есть это вот он уже столько отремонтированный, вот систему пожаротушения, чтобы вот его обслуживали и так далее. Это вот сейчас, я как знаю, где-то он еще, вот сейчас, кажется, пробивают, да, что-то, договор какой-то заключают. То есть я более-менее как-то в курсе этих архивных дел, потому что иногда там бываю в этом архиве, да, и разговариваю с людьми, которые там работают. Но я так понимаю, что такие же проблемы существуют у других культурных мест, да, там, ну вот у нас все на инвестпрограмму, да, спущено, вот мы пытались все через эту инвестпрограмму, там, дома культуры отремонтировали, где в основном как бы люд собирается во время всяких выборов и так далее. Там. Еще что-то отремонтировали, но вот отремонтировали и забыли. То есть на обслуживание денег нет. То есть опять же по какие-то остаточные деньги, там что-то, какие-то крохи даем. То есть вот такого цельного понимания, с одной стороны, для чего мы это сделали, Нет. То есть, ну вот здание есть, вот надо отремонтировать его. Да? Вот этой жизни, это те же дома культуры, вот этой жизнью наполненной, активной, вот как в советское время там любой там дом культуры, там куча всяких секций было и так далее, да, там дом пионеров, там тоже все было. Ну, то есть, вот этого внутреннего содержания нет. Вот мы каркас сделали, да. Все, вот смотрите, мы вложили, да, вот как нам президент давал поручение в контексте вот этого пожара, там министру культуры, подробно сообщите, отчитайтесь с общественности о том, что за 30 лет сделано было в области культуры. И что мы сделали в итоге в этой области культуры? Мы в итоге сожгли к чертям собачьим, по крайней мере, одну огромную составную часть, которая была связана с изобразительным искусством. Все похоронили, в общем-то. Вот это и есть, наверное, какой-то итог нашей вот этой деятельности за все эти годы. Наверное, какой-то продуманной у нас программы абсолютно не было. Просто, наверное, недопонимание. Не потому, что тебе дарят что-то, да, или там, но еще есть вот там расходник, да, какой-то, то есть, а смысл от этого? Конечно, смысл теряется. Ну, например, яхту, извини, яхту тебе подарили, но яхта требует очень дорого ее обслуживать. Да, а на обслуживание ты ее, естественно, ты что сделаешь? Ну, в лучшем случае поломаешь, или сломается она у тебя, или продашь. Но у нас все-таки искусство, я опять подчеркиваю, что у нас все-таки в таком остаточном варианте оно присутствует вот, при всяком финансировании и так далее. И вот, когда я говорю «потерявший плачем», вот сейчас вот такой, в общем-то, ну, ажиотаж, да, то есть такой информационный, он присутствует. Как, по-твоему, это что-то может хотя бы вот в этом положительном смысле изменить? По крайней мере, я думаю, что об этом надо, по крайней мере, чтобы власть придержащие, чтобы они понимали, что это действительно волнует людей. Они, ну, не любят дискомфорта какого-то. А вот создать дискомфорт вот именно вот таким постоянным напоминанием, движением. И чем активнее об этом будет говориться, и вообще кто-то, может, кто еще не осознает, осознает. Но для этого надо это артикулировать, надо произнести, надо объяснить, что это ужасно, то, что произошло. Мне очень, во-первых, жаль, вот я про молодежь сказал, и ты упомянул, вот кто там помогал выносить. Мне их очень жаль. Потому что мы, как сказать, отняли будущее, когда вот раздаем там свои земли, да, отнимаем, потому что понятно, что это открыли ящик Пандоры. А с другой стороны, сейчас мы отнимаем еще и прошлое. И то есть вот мы манкуртизируем молодых людей, а причем я видел, я вот сталкивался, вот это как раз та молодежь, которую у нас вот эта назначенная интеллигенция, которая там пыталась спасать от каких-то заморских длинных рук, которые там чуть ли к ним в голову залезло. Да? Это молодые люди, которые мыслят гораздо яснее и чище, чем вот те, кто их пытается спасать. И они, мало того, они формулируют свои мысли правильно. Я просто диву даюсь. Я бы сам хотел бы так вот уметь высказать свои мысли и такие мысли иметь, как они ясные. У них ясные головы, ясные глаза. Я когда видел их глаза, мне было их очень жалко, потому что в них была... Они на меня как на взрослого вот смотрят, и какая-то надежда, потому что их взрослые все бросили просто. Вот они сами взяли на себя функцию, и это та часть молодежи, которую... Надо вообще холить, лелеять. Это, в конце концов, это могло быть вот такой, той закваской. К ним должны примыкать другие молодые люди. Они их бросаются спасать, причем таким странным способом, как удушение. Да? И еще мало того, подсказывают, как еще можно удушить аккуратненько и незаметно. Ну, да. Да, там рецепты подсказывают, понимаешь? И вот это, они не спасают тех, кто там от наркоты погибает, гибнет на дорогах и других уносит за собой. Это их не волнует. О том, что праздная молодежь вот, ничем не занята, я уже это повторяюсь, потому что меня это ужасно раздражает. Когда я вижу днем праздных молодых людей, которые там играют в настольные игры. Это ужасно. И вот мне и вот этих молодых, думающих людей, мне их очень жалко. Какое у них будущее? Это будущее многого они уже и не увидят, да, там, допустим, они не увидят ни Александра Чачба-Шервашидзе, они не увидят ни Бубнову, они не увидят... Извини, вот прерву, вот как раз надо сделать, максимально сделать, для того, чтобы они это увидели. Найти, вот они где-то, Александр Чачба-Шервашидзе работал во всех столицах Европы. И это эскизы, это все, это, причем вот это отношение, это эскизы, они делались для костюмов, у них не было там таких своих задач, там есть эти сценографы, там, театральные художники, которые делают эскизы, которых есть, вот как Леон Бакс, там, например, делал, да? Вот Мессерер любит такие вещи делать. Они делают эскизы, которые сами по себе потом представляют такую самоценность. А он же это просто делал эскизы, чтобы как бы донести для тех, кто там костюмы изготавливает, вот чтобы они сделали. Поэтому их должно быть, ну, не так мало. Вот таких, которые он помимо этого делал, этого, конечно, меньше, потому что он же это делал между, вот он же работал, да, причем не покладая рук, он очень много работал, и у него очень много было работы. А это вот то, что он делал уже как бы для души, да, хотя и эти вещи... То, что для души он делал, он, в общем-то, и не продавал. Он и завещал это своей родине, да, вот. И мы с этим так вот как-то позорно обошлись. Да, ну, сейчас мы сейчас, как эта унтер-офицерская вдова, сейчас высечем себя, ну, смысла. Ну, надо просто выводы делать и двигаться дальше. Это утрата. Это вот утрата, а утрата – это нечто невозвратное. Уже вот надо понять. Мы самых близких людей теряем, очень горюем. Но проходит время, все равно мы не можем с такой же остротой горевать все время. Жизнь продолжается, мы же что-то дальше продолжаем делать, мы живем дальше. Но вот давай научимся правильно жить и правильно какие-то вещи делать. И делать правильные выводы, и как бы менять, наверное, тенденцию нашего развития. Безусловно. И на этой, в общем-то, ноте... На этом пожелании, наверное, я буду все-таки завершать наш разговор. И я еще раз напомню, сегодня мы в контексте той трагедии, которая случилась с нашей национальной галереей, мы беседовали с нашим абхазским художником Адгуром Дзидзари. Адгур, большое спасибо. До встречи. До свидания.